Я приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня я вам покажу винтажную брошь слона. Это брошь черного цвета. Черная у него эмаль и присутствуют стразики, как кристаллы Сваровски. Я не знаю, Сваровски это или нет. Это брошь винтажная. Мне сказали, что это 60-е годы. Хотя меня могли обмануть, потому что я не разбираюсь в таких украшениях и возраст. Не могу определить. Но это достаточно крупная, ярко-эффектная брошь, несмотря на то, что она черного цвета. Весной я Рамзие подарила цветок, брошь-цветок. Тоже с эмалью, она любит эмаль, любит броши. И она, когда получила, она сказала, что она довольна как слон. И тогда я решила найти ей слона, и недавно я его нашла. И у меня были критерии к этому подарку, то есть эта брошь должна быть крупная, яркая, эффектная. И вот я нашла такую вещь, мне пришлось за эту брошь немножко побороться, уехать за город, чтобы ее добыть. И теперь вот я показываю всем. Это винтажная брошь. Я знаю, что многие интересуются брошками, винтажными украшениями. Вот я решила снять такое видео. И на днях я отправлю этого слона в Рамзие. Я ей написала, что ее друг скоро к ней приедет. Она не поняла, о чем я. Но у меня такое чувство юмора достаточно своеобразное. Вот. Теперь я думаю, что она обрадуется такому другу и будет его ждать. Я всем благодарю за внимание. Я думаю, что вам было интересно посмотреть на винтажную брошку. Я желаю всем хорошего настроения. Пока-пока.